Всем привет! Скоро масленица, поэтому хочу показать вам, как я готовлю блины с яблочным припеком. Для их приготовления мне потребуется сметана, яйца, мука, молоко, яблоко, соль и сахар. Вот и все компоненты. Для начала белки отделяем от желтков и отправляем их в чашу миксера для взбивания. Желтки пока отставляем в сторону. Взбиваем белки в крепкую пену. Затем добавляем сахар. Все точно так же, как обычно я делаю, когда пеку какие-то бисквиты. Берем миску, отправляем туда наши желтки. Добавляем немного соли и взбиваем венчиком. Дальше добавляем сюда же сметану и перемешиваем все до однородной консистенции. Вливаем молоко, мы будем использовать пока ровно половину. Оставшееся молоко оставляем в стаканчике на потом. Продолжая взбивать, постепенно добавляем сюда всю муку. Но стараемся делать это не сразу, чтобы не было комочков. Взбиваем тесто до однородной консистенции. И следующий шаг. Отправляем сюда взбитые с сахаром белки. Это придаст тесту для блинов дополнительную воздушность. И перемешиваем до однородной консистенции. Натираем одно яблоко на мелкой терке. И снова перемешаем. У нас получилось довольно-таки густое тесто и разбавляем его молоком. Если того молока, которое в стаканчике у нас осталось, маловато, добавьте еще. И теперь приступаем к жарке блинов. На сковороду наливаем немного масла и смазываем. Разогреваем и начинаем жарить блины. Обжариваем их с двух сторон до румяной золотистой корочки. Наши блины получаются очень вкусные, очень нежные, довольно-таки тонкие. Ну, в общем, попробуйте обязательно сами, я думаю, вам понравится. У меня блинов было гораздо больше, но мои нетерпеливые дегустаторы в процессе приготовления постепенно их таскали. Значит, они им понравились. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале. Пока! Обязательно приготовьте такие блины на масленицу.